Ні, буде не напачене. Буде не як обично, як їм починав бути. 500 гривень за одну подпись. Сделаешь подпись и все. Украдка от меня вызывает моего мужа. Дают 1000 рублей. Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Никогда не надо с подонками мараться. И он взял. Они начали за ним бегать и угрожать, что со мной разделаются. И это было сколько раз покушение. О том, что сделал Малоха, я обращалась 100 раз в милицию. Вся милиция, Закарпатье, особенно Мухача, прокуратура. Все органы находятся под воздействием домов. А на что он квартиру мою разрушил? Вот сюда паводка разрушила. Вот там квартира. Все, а видишь? Что? Вода маленькая. Ага, маленькая. Моя дочка государственный дом. Государственный дом. И у нее была первая справа вода. Скалина плавала, забудовала, а они все рушат. Всі території військових частин, все заплатили. Він строїть тепер там, всі території забрав. Треба таке, що треба. Тому стояло століття, А що ж говорити? Це родичка Балоги та готова. Та хай люди строять, а не він строїть. Для кого то він строїть? Для кого він будувається? Для нього. А його жінка на 39 років взяла в оренду замок український, наш Карпатський. На 39 років. За які гроші? І ні хрена не було. А ніяк. Ви мені не розказуєте.